чем нападение, да? Ай, блядь, случайно пускай был. Слэш очень хорош. Вообще неудержимая сила. Особенно здесь на шале тоже разрушается очень много сил. Но у меня сейчас будет разрушаться, скорее всего, лицо. Это уже не исключено. IQ? Это чё? Блин, чё за герой вообще? Она... У неё устройство, он на руке ищет вражеские эти электронные... Электрические всякие приборы и так далее. На расстоянии. Это тоже больше такое про тема, так сказать. Обычные пацаны просто собирают все мины на себя. Где эти пидорасы? То ли на втором, то ли на первом. Да. На втором вижу пидорасов, да. Ну, я успел обнаружить взрывчатку. Кувалда, если поебало дать, убивает же? Да. Ой, меня обнаружили. Вон, вон. Вижу крысу эту. Да, блядь, ну идите вы нахуй, как вы заебали, пиздец. Боевые гранаты брать, я почему-то, может, у меня это самое. Ладно. Блин, вот оружие. Я не понимаю, кто откуда воюет. Да серьезно, что ли? Нихера себе, а я косой. Где он был? Ну вот, я пока свой килком смотрю. Блять! Чуть-чуть не попал. Пока вруха-то у них ничего такая резвая, сучка. Не беда. Ой, кто это? Надо его довести нафиг, выключить. Нифига себе, Стас, он ее без затащил. Да, блядь, сейчас почти убил ее, блядь. А так у него жизни-то было этот процент, меньше 10%. Да я не попал, просто я лево-вправо, и она меня маншотнула в голову. Ну там да, там ей хоть пятку попадя, она бы сдохла. Вот как может быть забанен навсегда за некорректное поведение? Что нужно сделать? Интересно. Тоже найдите заряды с помощью бота. Бот обнаружил взрывчатку. Хорош. Давай, братан, отдохни. Молодой 14-8-8.
Интересный ник. Разведбот нашел заряд. А за такое нельзя бам получить, интересно. 10 секунд. У вас еще 5 секунд. Ну смотри какие. Ага. Местонахождение заряда известно. Обезвредить. Вы потеряли деактиватор. Деактиватор снова у нас. Вот пилот. Меня отравили. Как вылечиться-то? Вытащить иглу на квадратик, если на геймпад выиграть. Очень интересно. Блять. На нахуй. Да блять. Это я что ли? Тело. Вы шо, гоните, блядь, что мне делать? Сразу паника, да, включается? Я ж нахлебаный, да. Так, мне, наверное, деактиватор нужен сначала, да? А, он работает. Что происходит? Деактиватор отключен. Это провал. Ладно. Я не умер. Я не понял, что произошло. Что-то я вообще одного только завалил. Что-то у меня сегодня вообще не идет. Музи. Ну, что такое? Пора, Миша. К обороне, не дайте врагу пройти. Займемся персональной защитой, сука. Блять, смешно. Чем сегодня займемся? Ну, блин, я тут строю. Он ломает. Погодите! Видит их кто-нибудь, не? Если б я знал, как ставить метки. Минус одна. Метки на Z ставить. На Z или на X, вчера вы говорили? На Z. Да, на Z. А, ну через камеру на X. Через камеру на X. А, ну не понял.
Да, они на втором этаже. Я не знаю, но откуда меня стреляли. Сом сзади, если что. А, сзади, понял, спасибо за инфу. Полезно. Серьезно? Да, блядь, как так-то? Он в моей комнате, где я только что прятался. Я его убил. Сейчас я его допрошу. Да, ключи лучше, не надо допрошу. Отключай эту хуйню. Блядь. Блядь, я себе знал, где она. Блять, отключайте, отключайте. Фу. Деактиватор отключили. Хорошо. И как я его красил, зато как я его красил. Еще и меня подстрелил. Интересно, когда человек, который убил одного за три раунда, говорит, что кто-то нуб. Ну, а то ли дело молодой 1488. Ну, молодой-то ладно, там у него все понятно. Ну, в принципе, да, то, что он хотя бы... Молодой еще. Берите щиты-то. Щиты берите. Да. Конечно, не знает. Мы сами не знаем. Что, есть инфа? А, они, судя по всему, около нас прям. Блядь, тут роботы ездят. Робот, сука, стой. Докладываю, заряд обнаружен врагов. Да, блядь. Тут что, блядь, у тебя в комнате... Робот. Бля, я смотрю по камерам. Никого не вижу. Может, у меня? Ну, сука. Он сзади ко мне подошел. Вот здесь вот стоит. Где, где, где? Где ты умер? Я не видел. Я не умер еще пока. А, блядь. Блядь, шуш. Ребятки, подбейте ее. Нихуя себе. Ну, я пока подержу их. Ебать. А чё, ещё никого не убили из их? О, спасибо. О, нормально. Пойдёт, да. Меня только воскресенье. Сука, меня убили. Он на кухне. Возле соседней комнаты от бомбы. Блять, надо умереть первым, чтобы это... Чтобы не позориться. И остаться последним, да. Блять, зачем я его убил? Не-не, нормально. Лучше засядьте на бомбе. Там у нас капканами все подышано. Может, как-то поможет. Ну, смотрите, запекалок, пожалуйста. А он по-прежнему сидит на кухне. Один оперативник жив. Нет. Не, на одного-то мы срезали, не один на один остались.
Нет, 1-2. Второй ранен. Ну, так сейчас он его риснет. Ну да. Давай, молодой, вся надежда на тебя. Смотри-ка. Смотри-ка. В ногу убил. Чтобы закончить этот пиздец. А ты зачем в подвал-то спрыгнул? Ну ладно. О, капкан. И еще не один капкан. У тебя капкан... Близко где-то бежит. Капканы на урон, да? Ну там они 50% снимают. Бля! Ебать, он лошотнул его резко. Да не, не, там все прям нормально. Даже долго еще было. Да, долго, долго, да. Блин, на 4-м месте. Ну что ж такое? Я, кстати, самый полезный по очкам. Хорошо, когда очки. Ламбер, ламбер. Да. Я чувствую, я, наверное, еще одну. Только хотел сказать, да, то, что я еще одну искать. Дайте быстренько курну. А я уже нажал. Я уже нажал. Канал. Обновленный канал. Балтик Камнет Фехмарм. Бля, я эту карту первый раз вообще вижу. Ништяк. Мне нравится. А это тоже из самых старых, только ее переделали буквально недавно. В том году, к концу того года. Че у нас? О, заложник. Надо взять фьюза заложника зарядами. Кайф. Я пару раз так делал. Интересно. Стас, нас знаком. Эш. Будем надеяться, что Стас где-то рядом. Да. И это ж пацаны долго грузиться будут. Блин, я не могу определиться, у кого мне больше всего оружия нравится за нападение. Потому что, ну, за защиту я уже как бы это самое почувствовал. Эту мразь, которая бесшумно ходит. Вот, прям приятненько. Так. За нападение у Twitch, кстати. Ой, то есть не у Twitch, а у... А, да, у Twitch. Вот у нее прям очень неплохая пушка. Как раз он, которая... Ну вот у этого, у трупера тоже нормально. Трупера. Ну, Blackbird. Угу. Ну, реально на трупера похож. Бородой. Да, все чуваки с бородой похожи на трупера. Вот вот. Сон, твои стримы кто-то смотрит. Да, я тоже удивился. Кабруха бегает. Заложник найден. Бля, заложника ж выводить надо, да, вот это вот? Как в обучалке. Да. Кайф. А если мы или они убиваем заложника, что происходит? Если мы то хрена, если они, то им хрена. Угу. Что-то парень на Твиче вообще растерялся. Заложник найден, выполняйте задание. Ой, как красиво, это пиздец, подлодка. Сейчас нас. Ну понятно. Все хорошо.
Че, может, реально как боевика через окно войдем? Я уже. И меня еще даже не убили. Я через крышу пошел. Ну заебись, я пол ебала себе срезал. С стиль. Ну, блять, я сломал стенку, а за ней преграда была. Меня обнаружили, меня это напрягает. Хреново. Ой-ой-ой. Видел, да? Да-да-да. Приятно. Хорош. Убил. Фига здесь. О, там есть еще. А, да? Да. Там еще что-то там навяливало мне. А, ну вот, собственно, да. А, я нашел. Ценой своей жизни. Ага. А, блин, они как-то играют по-японски. Сидят под столами. Блять, блять, сука. За что? Он под столом, да, там. Один враг еще жив. Нихуя себе, блядь. О, парни шепота, кто он решил пойти, бак. Стены ломать. Что, блядь, такой пищит? Ну, это а вон бомба, бомба, бомба. Надо идти. Металлоискатель, точнее. У него вот там на двери висит мина. Что, блядь, ползает? Я-то могу на эти ловушки наступать? Да, свои? Конечно. Конечно, конечно. Блять, они лежат, меня смущают. Блять! Да, он под столом там не сранится. Не сработает. Прям сразу направо. Да. Не надо его убивать. Блин, я прям чувствую, как он переживает, потому что я что-то тоже переживаю. Ну, типа здесь, ну здесь тупо АИМ сейчас решит, потому что оба знают, где кто. Остается 15 секунд. Оп, стеночка. Ага. Бля. Блять. Сука, спрятался за столом такой. Да ну, ну вот это вот. Нет, молодец, конечно, но. Ну это же стрёмно. Так, мы в атаке? Мы в атаке. Гридлок-то будет позитивщица, да, вот это? Угу. Следует найти заложника. Блин, я уж подумал, там же намекс. Подвали, кажется. Да. В подвале, да? Ага. Заложник найден. Заложник. У вас всего 10 секунд. Бля. 5 секунд. Быстро. Можно начинать эвакуацию. Можно начинать эвакуацию. Угу.
бог, блядь. Да, мне тоже не понравилось то, что со мной сделали. Блять, в коридоре. Возле тебя, Саня. Прямо возле лестницы. Да ты как так-то? Блять, ну как? Блять, ну их там толпа, блять. Ну да. Реально толпа, да. О, нормально. О, наш ползает пацан, вот прям из глаз. Я его подсветил. Да вы серьезно? Перезаряжаю! Сань, вот прям за тобой, за стеной, видишь, красненький ползает. Он на земле ползает. Уже не ползает. Уже не ползает, да. Бля, прям возле заложника сидит тело. Да блин, надо поменять кнопку удара этим ближним. Очень смешно. Да, ссылки, где мои интересные. Просто как дурак стоишь и эту кнопку выжмешь, чтобы ударить на... ближе. Серьезно, кто это придумал? Больной ублюдок. Это же мега неудобно. Сейчас будут щиты, если что. Угу. Персональная защита. А можно сразу заложника ваншотнуть, короче, и проиграть? Да, конечно. Кайф. Давай только в другой раз проверим это. Еще два щита осталось. Я взял. Надо. Развесить ловушку. О, вижу пацанов. Где это? Снаружи тут. Блять, это где? Потищить, что ли, взять? Блять, мобила звонит. Ну что там выключать надо? На пятерку. А, точно было. Это 10, блядь. Так, я мониторю камеры. Сейчас не... А, ну вы их, наверное, уже нашли, да? Ух, ебать, возле заложника стены взрываются.
Бля, у заложника двое. Да трое даже. Как я промахнулся-то, ёб твою мать. Серьёзно. Воу, ничего себе. Один оперативник жив, еще жив. Ну, кайф. Ну, пока, ребят. О, подсветочка, приятно. Red Marker, да, я вижу, вижу. Все на проеду. Маленько. Вижу, пацана. Жив лишь один противник. Ой, ты меня услышишь, пидор. Ах ты. Ну что, поимся, пидорас, давай, блять. Ну, мало жизни очень. Там попасть надо всего один раз. Я понимаю, да. Либо подожди, подожди немножко. 20 секунд, ну. Сука, да как? Блять, ну уже меня не мог услышать. Он вроде смотрел в эту сторону просто. Да, да, да. Блять, Вовка, башку увидел. У меня аж прям сердечко бьется. Я бы еще по одну катанул бы, наверное. Да, не... да давай быстренько. Ну да, потому что что-то довольно быстро пошли. Возможно, мы когда-то будем выигрывать. Тебе там Егор в чате что-то пишет. Что-то пишет, да. А это еще что за карта? А это что? О, небоскреб. Ну, неплохая, кстати, да. Он... Это как раз таки откуда хибана и эхо добавили оперативников. Давайте, чтобы улучшить сновидение, сделаем сейчас беззаговорочную победу. И пойдем спать. Пластиночки. О, вижу говно. Вот эта хуйня под ногами майора. Блин, тут пич. Чего? Зачем вы это делаете? Стену укрепил! Что, есть инфа, Энис? Тоже не вижу никого. А, вижу одного. Разбили.
А, даже сомневаюсь. Так, капкан уже где-то сработает. О, на первом этаже. Ага. Идет по вашим следам. Блять, меня отслеживают. Есть. Убил щитовика. Ща. Покиньте эту точку, иначе враг обнаружит вас. Противник обнаружит. Один остался, казнить его. Есть нахуй через. Бля, вот я сейчас круто. Круто сделал. Я успел допросить этого щитовика, который валялся. Смотри. Такие моменты всегда радуют. На нахуй. Надо найти кого-то в нападении, за кого мне тоже будет нравиться играть, короче. Блин, мне сейчас с гранатой так повезло. Я такой думаю, сейчас по-любому по лестнице кто-то пойдет, достану гранату, достаю гранату, щит вылазит. Я ему сразу въебал гранату. Приятно. И потом сверху еще чувак ему гранату кинул. Или не знаю, что такое было. Нифига себе, сразу ливанули двое, да как так? Слишком сильный ему просто. Щитовик сгорел просто. Кнайф. Только зашли. К обороне, не дайте врагу пройти. К обороне. Ого. Всем-всем, враг обнаружил взрывчатку. К двери не подходите. О! Суп из горы. Будьте начеку. Остается 10 секунд. Еще 5 секунд. Остановитесь. Али поссал у чувака, ништяк. Так, ну я не вижу этих чудик. О, вижу, один наверху. А, блядь, камеру разбил, сука. Не по мою душу хоть, не. Меняю магазин! Через стену. Он был, тоже. В голову через стену причем. Хорошо. Всегда приятно, на самом деле. Но не тебе. Ну да, когда тебе... Ой, сука. Так, ну я пошел на охоту тогда, что ли, чё? А, их уже пятеро, хуясь. Не, блядь, что-то не страшно. А, их уже двое. В живых только один противник. Кто внизу? На первом этаже, под лестницей. Да вы убегай, убегай, он на меня агрится. Он за барной стойкой. Все, все, убил, убил, убил. Блин, я по тебе еще сатанул на панике, извини. Растерялся. Не, нормально.
Главное это собрать яйца в кулак. Ну, хорошо. Вовремя информацию дал. Спасибо. Ну и все, я сейчас за две атаки с МВП скачусь просто. Бесполезно, пидораса. Я реально не знаю, на ком играть, хоть на этом, хоть новобранца херач. Новобранца, то что нету этих прицелов, мне как-то вот тяжко. Угу. Че, я чихать буду? Ну давай. Или нет? Блин. Я уже был готов просто. Они на втором этаже. Похоже, второй, да. Только. Так, погодите. Где лестница-то, блядь? Не понял, подожди. Начнем через 10 секунд. Серьезно? Это где это? А, не на втором. Место нахождения заряда известно. Обезвредить. О, противник снаружи. Спайн кики. Килы. Что там творите, демон? Кассетный заряд установлен. Применяю кассетный заряд. Блин, ебаные ококи. У меня за стенкой тело сидит, наверное. О, а? У меня вот здесь пацаны развлекаются. Ебать, он... мы два долбоеба подошли, одновременно ударили по стенке разрушаемой. Ну, по... блять, по косяку. Пидор, а? Попал же я в него. Да, надо камеру почекать. А, их две штуки всего. Там тело. Находится по желтому. Видишь, живые-то? А, блядь, меня сзади убили. Че, мы рожу снесут. Да. Ой, хорош! Что было? Я никогда не видел, чтобы так быстро убегали, короче. Не, реально круто. Блин, умер, конечно. Ну, блин. Ладно. Что происходит? А. Горян пишет пати на радугу. Не.
Мы в осаду играем. Так это она и есть. Нормальный кликбейт, чё бы. Что-то на этом нету. Выше, что ли? Ой, наоборот, ниже. А, ну вон, да. Ой, ёпта. Понятно. А хули так далеко-то? Ну, надо было другое место. Ебать. Вот-вот. Ну блин, вот эти спаункилы никогда не любят. Такое уверенное пидорство, да? Бля, там уже стреляют на втором этаже, на третьем. Ой, блядь, я думал, дробовик, ёпта. Ладно. Тогда я научусь эту хуйню играть. О, что-то началось. Да, там что-то началось. Стас, так ты бок пасешь, да? Хорошо. Ну, типа того. Бля, я надеюсь, ни в кого не попаду. Так, во что-то я все-таки попал. Да, в дуба там, да. Хуй знает, за что я опять получил. Блять, как бы... Не, надо подумать, мне кажется. Один враг еще жив. Ну, если сейчас проиграем, то будет интересно. Не дайте врагу найти деактиватор. Сейчас он паниковать начнет. Бля, Стас, давай. Если что, ари. Сзади, нашел, есть. Бля, я вот... А, ни, нихуя. Нихуя. Он прям в голову. Я говорю, я когда-нибудь научусь это играть, вы не переживайте. Я тоже. Я тоже. Бля, такая-то героиня классная у тебя, конечно. Такая мне нравится. Ой, ой, испытания завершены. Кайф. Ой, все, господа, это было хорошо. На победоньку. Да, да, да. Прям, прям приятно закончить вечер так. Это да. Ой, я аж целых два испытания закончил, нихера. Приятно.
Так, ну ладно, я тогда пойду баньки. Ага, давайте. Да. Всем спасибо, всем все свободны. Все свободны, да. Счастливо.